страхах. Я для начала несколько цифр сообщу вам, а потом мы добавим какие-нибудь ваши страхи уже конкретно. Какие проблемы сегодняшней школы кажутся вам наиболее серьезными и требующими решения в ближайшие 5-10 лет, спросили в Левада-центре у родителей. Итак, 46% – рост денежных затрат на обучение. 34% – отсутствие мотивации и интереса к учебе у учеников. 32% – рост наркомании и преступности в школе. Дальше 30% – несоразмерность затрат и качества обучения. 30%. Дальше. Низкое качество образования, невозможность из-за этого поступить в ВУЗ и найти хорошую работу. 28%. Необоснованные нововведения в школьном образовании, например, ЕГЭ и прочее, то есть как бы весь ход реформ. 27%. Низкая дисциплина, распущенность учеников. 27%. Низкий уровень подготовки учителей, падение авторитета учителей и учеников. 25%. Это вот то, что касается основных проблем.